очень рад представить вам наш новый очередной курс, который будет посвящен вопросам истории еврейского народа и иудаизма. Зачем нужен такой курс? Этот курс будет отвечать на целый ряд очень важных вопросов. В первую очередь, этот курс поможет нам понять, как знание истории еврейского народа помогает нам в понимании, прежде всего, Евангелия и апостольских посланий. Второе, мы пройдем с вами дальше и сможем понять вообще, какие источники из раввинистических писаний являются полезными при изучении священного писания, откуда раввинистические писания вообще взялись и что с ними делать можно, а что с ними не стоит делать, то есть как их можно использовать, а как их не стоит использовать. Ну и, конечно же, еще один важный вопрос, на который мы будем отвечать, это вот иудаизм сегодня, что это такое, и какие есть общие точки соприкосновения между иудаизмом и христианством, а какие есть различия и где есть, собственно, расхождение. Вот. Этот курс поможет нам, прежде всего, особенно в своей второй части, когда мы будем затрагивать историю средневекового и современного иудаизма, разобраться и в истории христианства, истории иудео-христианских отношений и избавиться от предрассудков и стереотипов, которые, к сожалению, существуют, ну, прежде всего, разобравшись, собственно говоря, откуда эти стереотипы берутся. Поэтому добро пожаловать на наш курс. И первая сегодня лекция, она будет у нас вводная. Это она будет называться «Основные вехи истории еврейского народа и иудаизма».